Ну, пошли. Навесим ему люлей. Для нас что, это обычные тролли? Ерунда, в общем, сейчас обойдем аккуратненько. А, блин, не получилось. Здравствуйте. Ты чё такой неприветливый? Ах ты читер! Да ё-моё, прям... Ах ты, сука! Стоп, а на тебя вообще топор работает? Нет. Раз. Два. Три. Вольно, вольно, собака. Ну все, читер. Скотина. Блин, и отхватили люлей. Да, ядрен батон.
Я заберу твое сердце. Нравится тебе это или нет? Это очень хорошо. Воспользуемся в крайне жесткой ситуации. Сука, осталось чуть-чуть. Уху. Иди сюда, иди, иди, давай, поросёночек. Косой. Давай, и... Ты чё, разозлился под конец? Игра не дает, не опускает ему здоровье ниже. Да, потому что все должно решиться в этом месте. Быстрее, 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 быстрее. Ну вот и все. Теперь сердце. Придется тебе замарать руки. Замарать руки. Очень глупо звучало. 54 всего опыта. Игра старается не показывать такие моменты, особо жестокие, что вполне, ну, странно. А это что еще такое? Что за огромный ворон? Сердце у меня. Больше ничего не нужно. Это все. Лучше здесь не задерживаться. Зевс. Зевс? Мой отец. Твой отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Хель мучает своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Понятно.
Так, я думаю, теперь мы сможем с этим взаимодействовать. Пссс! А? Шшш! Я не должен здесь быть. Вот холод. Ну, скорее, давай мне клинки. Зачем? Я же сказал, что помогу. Ну вот, давай. Мои инструменты в Мидгарде. Скоро вернусь. Ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к ветрам Хеля. Короче, прицелься в волшебный огонек и бросай их. Ветра Хеля очень нестабильные. Их можно удержать только 10 секунд, после чего они возвращаются в последнюю ветроловку. Теперь бери клинки и целься в ловец ветра. Он в тот маленький шарик летал. Ты можешь воплощать и выпускать ветра Хеля, когда тебе втемяшится. Спасибо, от тебя не дождешься, так что я сваливаю. У вас с тобой, гляди, яйца отморозишь. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить. После босса небольшая передышка от игры. Враги не в каждой комнате, а через комнату. Я, признаться, его даже не заметил за, ну, остальными жмуриками. Не, ну это банально, да, это не об этом. Игра, что это? Похоже, сюда еще можно будет с сыном вернуться. Хотя тут, в общем-то, да, весь мир игры можно по 100 раз исследовать. Подняться ко мне не слабо. Слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. Ну ведь я же не успею, да? Да. Врата открыты. Ну-ка, я успею?
Ну, так я точно не успею. Да нет, это глупо. Ладно, хрен с ним, с сундуком с одним. Ага. А, блин, нельзя заблокировать было. Я тебя поколдую. Рукоятки для клинков. Низкий шанс получить дар силы при убийстве врага. Ну, вот, вариантов особо немного же, да? Таких слабеньких на затравочку дали. Я, в общем-то, и клинки больше улучшить пока я не могу, да? Нечего. Да. Даже заблокировать успел. На меня не похоже. Не, я думаю, топором нас еще просто игра заставит пользоваться, но... Моим лично фаворитом будут клинки. Это так. Ностальгия. Так, ну тут я уже все, что можно, осмотрел. Надо же, сумел! Ну, поторопись к сыну. Да ща, сначала клинки. Низкий шанс получить дар защиты. Благословление. Восстановление. Лет ярости. Меренный шанс дар силы.
Рассчитывай. Ну как? Ну... Будет защита, возьмем. Сила защиты, да. И обязательно улучшить надо. Сейчас с другой стороны. Эти-то лучше было. Давай еще раз ее улучшим. Хотя, может, у нее что продается? Не. Ой. Дорогая брошка была. Пока не горит. Вот это не обязательно. Все. Я думаю, что тоника стала доступна. Пока нет. Немедли, брат. Сердце у нас. Пора в Мидгард. Да, и, в общем-то, без сына делать нечего. Надо только сюжетки проходить. Мы часть без него не можем ни открыть. Попасть. Твой отец, Зевс. Теперь-то ясно. Я вишу на бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов, и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты ему не скажешь, понял? Хорошо. Кратос непреклонен. Ну да, да, туплю. Идти на огонь. Эй, знаешь про короткий путь меж мирами? Так вот, я его улучшил. Или сломал нахрен. Он нам нужен. Да знаю я. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Там, конечно, могут быть накладки, но я в тебя верю. Иди, брат. Надеюсь, не враги? Ну, это, я думаю, пока что только в одно место, а так вообще, я думаю, куда угодно теперь сможем перемещаться. Кратос долго думает, чтобы открыть дверь. Мне очень нравится в этой игре, как выверены места диалогов персонажей. И как он не резко обрывается, они говорят там, ну, в следующий раз...
Я уж который день зевотный воин. Абсолютно не высыпаюсь. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Надо спешить. Туда? Так, это без сына не работает. А это как бы вообще тоже везде не сработает. Я изначально не туда пошел. Да. Сердце. Ты принес? Да. Другой стороной. Все еще болен. Я могу снять жар, но чтобы исцелиться... Он должен узнать о себе правду. Да. Это не так просто. Приподнимешь его? Я говорила, что у меня тоже есть сын. Я уже целую вечность его не видела. При рождении руны предсказали нелепую смерть. Младенец был таким маленьким и беззащитным. Я поняла, что пойду на все, лишь бы защитить его. На любых из жертвы. Я, конечно, все делала для себя. Мои желания и страхи были для меня важнее. Он озлобился, а я слишком поздно заметила. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. Да, правда, бывает тяжело. Но с детьми вообще всегда непросто. Это проклятие. Мальчик был проклят. Не уходи без меня. Я не уйду. Теперь мне лучше. Я вижу. Он выдержит путь. Пока да. Этого не повторится. Я обещаю. Уж будь добр постараться. По-спартански я поблагодарил. Фрейя, я этого не забуду. Спасибо. Благодари отца, но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас.